своего внутреннего мира. Найти в себе что-то хорошее, найти в себе теплые чувства несложно. И именно это и необходимо в себе воспитывать. Воспитав в себе любовь, доброту, нежность, воспитав в себе радость от малого, мы можем полностью изменить окружающий мир. Люди часто совершают ошибки, они пытаются изменить окружающий мир и думают, что это изменит их внутренний мир. И это не так. Но в случае, если мы хотя бы немного улучшаем свой внутренний мир, это тотально изменяет внешнюю картинку нашей жизни. Друзья мои, будьте добры, изменяйтесь внутри своей души и своего сердца. Чем оно теплее, тем лучше вам будет житься на этой земле, и тем лучше вам будет во всех ее направлениях – здоровья, отношений, материального благополучия и так далее. Будьте счастливы!